Всем привет, ребятушки. Смотрите, чем я сегодня занимаюсь. Решил разрисовать шкафчик. Ну, конечно же, не разрисовать, а покрасить. Шкафчики у меня серенькие. А я взял коричневую краску. И сейчас крашу его в коричневый цвет. В цвет профлиста, в цвет забора. Чтобы все сочеталось. И было красиво. В общем, эту сторону сделаю коричневой. Вот этот торец, думаю, вот еще пока делать, не делать коричневым. Хотел его тоже коричневым сделать. Вот видите, здесь заклеил, все приготовил, чтобы эту сторону тоже покрасить коричневым, торцевую. Солнце жарит, все отклеивается, ничего не держится. Вот. Но боюсь, что краски не хватит. Надо будет съездить еще купить. У меня вот ушел уже 1,5 баллона у меня ушло. Я вот покрасил только один шкафчик еще. Ну ничего, съезжу докуплю, зато будет все красиво, четко. А с этой стороны я оставлю все серенькое, чтобы ну, сюда заходил в эту зону. Здесь будет все серое. Серые шкафчики, серенький столик. Сюда еще один шкаф будем докупать. Юля говорит... Надо докупить, чтобы было все четко, красиво, аккуратно. Поэтому будем докупать. Вот такой вот у меня результатик получился. Тут, видите, есть кое-где непрокрасы их. Конечно, не сильно их видно, но я их вижу, эти непрокрасы. С этой стороны, как я и говорил, что краски не хватит, вот так и не хватило. Поэтому сейчас куплю еще 2 баллона, чтобы покрасить эту сторону. И вот здесь, где непрокрасы, их закрасить, эти непрокрасы. Съездил я за краской, не хватало мне. Купил еще 3 баллона, сразу же 3 взял. Один уже истратил, вот покрасил эту торцевую часть. Когда красил, я не понял, как и почему, но распыл был у меня ровный. Вот покрылся почему-то точками, вот именно вот это место покрылось точками. Сейчас высохнет краска, буду на второй раз прокрашивать. И попробую все-таки закрасить. Ну, я не знаю, как это и чем это связано, почему так вдруг получилось. Баллон вроде не плевался, ничего, все было хорошо, но почему-то это именно вот в этом месте как будто дробью стрельнули. Так, плитка. Вчера немножко подгадил я сам себе. Плитка у меня, видите, в каком состоянии. Я взял цинкарь. Брызгаю потихонечку, потом водой все это смываю, и плитка становится как новая. Так вот, потихоньку, помаленьку, видите, реакцию вступает, шипит, шипит. Сейчас посмотрим. Думал, может, растворителем. Растворитель не берет. Пробовал я. Хотел взять смывку краски, а смывка краски-то, она же не имеет таких свойств. Она просто вскрывает ее. Поэтому пробую цинкарем. Может, поможет. Ну, блин, вон там кусочки. Я вот попробовал, он, видите,
Ну, видно, вот как пятнышко. Помог. Будем экспериментировать, но плитку надо, конечно, спасать, выручать, чтобы она была как новая, блестела. Ну, вроде помогает. Девчонки там в бассейне бесятся. Алиса с подругой своей. Так. Ну все же ведь хорошо получается. Попробуем. Надо посмотреть, надо подождать, чтобы это все просохло. Дальше пока не делать. А именно подождать, чтобы оно просохло и посмотреть, какой эффект. Я думаю, что будет все хорошо. Эффект должен быть положительный. Вот так вот. Не подстелил вчера ничего под машину. Хотя можно было вон взять мешки мусорные обычные, под машину расстелить и все. А я что-то как-то даже не догадался. Цинкарем забрызгал пороги, а они как начали там стекать с них. Я же от души же все же забрызгал. Вот и забрызгал, с них начало стекать и все на пол. И красил потом я еще тоже. Распыл все это, летит. Косипор, косипор. Ребятушки, смотрите, Юля приготовила индейку. В рукаве или в фольге, да? Ну, она, да, запеченная. С картофелем. Ой, сейчас буду дегустировать. Чую, будет у меня вкусно. Так, самое главное, дегустирую мясо. Нормально? Нежно? Тает во рту просто. Просто пушка, а не мясо. Все. Будешь готовить теперь каждый день. Так поел вкусно, ничего делать неохота. Работать вообще больше уже неохота сегодня. Но делами-то надо заниматься. Сейчас вот бассейн закрываю. Закрою бассейн. И надо все везде кругом поливать. Полить все надо. И еще вот когда же я уже все-таки приберусь, там вот верстак поставил, ну в смысле вот стол у меня там стоит, шкафчики стоят. Еще мы хотим с Юлей купить еще один такой же шкафчик большой. Там два у меня стоит, а напротив один маленький. Вот еще один такой же большой купим обязательно шкафчик. Поликарбонат я куплю и зашью. Профтрубу организовать, купить. Все зашить я хочу. И будет просто круто все. Прибраться, видите, мне здесь надо. Беспорядок у меня тут творческий. Слушайте, ну мне очень нравится, как я покрасил. Как все это выглядит, мероприятие. Мне очень-очень нравится. Я еще хочу немножко низ доработать. Видите, у меня там камушки. Я подставлял, выравнивал как бы. Вот. Возьму вот кусок забора штакетины вот этой. Обрежу и низ вот так вот закрою. И будет вообще супер. Поливаю огород. Заодно и дорожки поливаю. Лью, видите, как хорошо, чтобы водичка аж стояла. Потому что эти дни у нас жара. Сегодня 38 градусов было днем, поэтому надо все хорошенечко пролить. Тут у нас арбузы, я не знаю, вырастут они или не вырастут. Капустина мы уже одного сорвали. Капустин знатненький был, вкусненький, но надо здесь капусту садить под притеняющую пленку, потому что горит она, вон видите, как она сильно горит, капуста. Ее надо под притеняющую сетку садить, иначе она вся горит. Так, шланга у меня с этой стороны уже не хватает, сейчас пойду переключусь и буду дальше поливать. Так, ну все, огород полил, сейчас буду облагораживать низ шкафчика. Сейчас кусочек этот, вот я его взял, это с торцевой части я прикреплю, и потом вот эту длинную штакетину отрежу.
ее вот с этой стороны прикреплю. И будет хорошо и замечательно, красиво будет, супер, не будет видно вот этих камней. Вот, все будет здорово. Короче, выпилил я так называемые плинтуса, будем их так называть. Сейчас их смонтирую. Вот видите, у меня один. Вот он. И там второй, я его уже прикрутил. Этот, видите, как я запилил? Так, чтобы он у меня загнулся. И пошел внахлёст. Как продолжение второго. Вот так вот будет красиво. Сейчас я смонтирую и подсниму. Ну вот и все. Все прикрутил. Вот такая вот красота у меня сегодня за весь день получилась. Завтра посмотрю, где надо, подкрашу. Вот. Супер. Я результатом, если честно, доволен. Мне все нравится. Ну и на этом всем пока-пока. Удачки.